Анонс и точно до выхода 671 серии турецкого сериала «Доверенные». 671 серия сериала выйдет в эфир 30 марта. Ранее в сериале мы увидели разговор Наны и Пайраза. Мужчина собирается покинуть мастерскую, но Нана останавливает его. Она говорит Пайразу, что хочет поговорить с ним, но Пайраз бросает ей в ответ слова, что ему не о чем разговаривать с человеком, который повернулся к нему спиной. После чего он отдергивает руку и уходит. Нану задевают эти слова. Девушка понимает, что совершила ошибку и может потерять дорогого для нее человека. Вечером она сидит на пороге дома и размышляет о том, что произошло. Нана очень хочет, чтобы Пайраз простил ее, чтобы они могли поговорить, как-то решить эту проблему и вернуть все на круги своя. Чтобы они снова были на одной стороне, и чтобы между ними не было этой стены, которая появилась из-за ошибок, недопонимания и простой человеческой глупости. На следующий день Нана снова приходит к Пайразу для того, чтобы поговорить. На этот раз девушка настроена более решительно. Нана с порога заявляет Пайразу, что пришла к нему, чтобы они поговорили, но Пайраз не хочет разговаривать с ней. С его слов, говорить им совершенно не о чем. Нана пытается убедить его в обратном. По ее мнению, им как раз таки наоборот есть о чем поговорить. Между ними завязывается небольшой спор. Нана говорит Пайразу, что очень хочет, чтобы он простил ее. Пайраз злится и интересуется, почему же он должен сделать это. Нана говорит, что он должен простить ее, потому что он дорог для нее. 671 серия сериала выйдет в эфир 30 марта. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будьте в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.